Теперь врагу придется нелегко. Будь рядом! Сейчас! Остановись! Слышишь? Я тебя найду.
Не скроешься! Мне неплохо заплатят за тебя!
От нас не убежать. Буду смотреть в оба. Не убежать. Не спрячется! Держись сзади!
Этот парень где-то поблизости. Рафинин мертв. Мне нужно вернуться к Стентеру. Yeah.
попробую найти укрытие. Ложись! Это лагерь Гирканоса. Я найду лучника. До конца! Нужно осмотреть. Кто свистит? Ugh!
Ступай. Достойно. Мне стоит чаще охотиться на наемников. Тебя послали сами боги. Я навеки у тебя в долгу.
Вперед! Мегарида. Город свиней. Если меня тут заметят, будет плохо.
найдем его. Да. Тебе конец. Yeah!
А корабль отличный. Нужны моряки, вроде тебя. Алексиос, мы не виделись с тех пор, как были у руин дворца Одиссея. Одесса, ты... Как я могла забыть? Ты сказал жить своей жизнью, не оглядываясь на чужое величие. И ты вняла моему совету. Мне пришлось ухаживать за больным отцом. И, увы, жить, как я хочу, мне не довелось. Радуйся, что у тебя есть семья.
Это ты прославился, странствуя по свету, а обо мне не знает никто. Не нравится жизнь? Измени ее. Пока я должна помогать отцу. Мне нужно кое-что для него достать. Не поможешь? Не волнуйся, я помогу. Травы из долины царя Лелега. Отец настолько плох, что ты не можешь сходить сама? Я у него одна. Ты знаешь, что с ним? Нет, но лучше ему не стат... Он умрет. Да, но я ее продам. Разве это не лучший повод все бросить и отправить? Оставайся с отцом. Давай. Вот травы, что нужны Одессе. Пора в путь! На! Торговец, о котором говорила Одесса.
Они работают на правителя Мегариды. Одесса испортила им жизнь. К тому же они хотят дом ее отца. Травы и микстуры у тебя? Ты принес их? Тебя только это волнует? Пора бы уже к этому привыкнуть. Здесь полно разбойников. Что им нужна была только... Не могу поверить. Дело в поместье твоего отца. Я могла погибнуть. Я никому не дам тебе навредить. Без боли нет славы. Может, зайдем к тебе, причинишь мне немного боли? О, я бы с радостью, но пойми. Что будем делать дальше? Приступим к новому делу. Думай, что хочешь, но я докажу, что права. С твоей помощью. Ясно. Дам знать, если захочу помочь. Я был так счастлив, когда Одесса вернулась домой. Готов узнать всю правду о том, что происходит? Готов. Я так и знала. Ты... Тайное становится явным. Да, так и будет. И я... А что насчет историй о любовных похождениях Одиссея? Что? Я так... Мы могли бы почитать об Одиссее вместе. Значит, так ты развлекаешь. Чтение будоражит. Без одежды. Мне нравится. Мы поговорим о нас, но чуть позже. Должно быть. Сходи туда. Я добуду сведения. Да, скорее бы это закончилось. Скоро вернусь с доказательствами. Мне нужно попасть в дом правителя и все выяснить. Я на месте. В этом доме должно что-то быть. Надо быть осторожнее. Здесь очень много охраны.
Здесь сказано, что Одесса нанимала кого-то еще. Но зачем? Правитель Мегариды пытался устроить брак Одессы. Легкий способ завладеть поместьем ее отца. В этом письме говорится о поместье Одессы. Они хотят забрать его. Любыми средствами. Претендент на брак с Одессой погиб вскоре после их знакомства. Думаю, этого хватит. Пора вернуться к Одессе. Правителю Мегариды нужно поместье Одессы, и он хотел устроить ее брак, чтобы завладеть землями после смерти ее отца. Но, судя по письмам, один из претендентов на этот союз был убит. Одесса нанимала кого-то еще. Но все же трудно сказать, есть ли в этом ее вина. Ты вернулся. Новости у меня и правда есть. Я узнал, что тебя преследуют по двум причинам. Отлично. Первое – богатство твоей семьи. Вторая... Теперь совершенно ясно, что... Ты нанимала других мистиев? О, для мелких поручений. Тот, кто должен был жениться на тебе, убит. Я... Возможно, его уб... Я знаю достаточно и могу сделать вывод. И какой же? Ты не заслужила такого. Ты лишь хотела жить своей жизнью. Конечно. Я ни в чем не виновата. Если мой отец будет здоров, я смогу отправиться в путь. Сначала давай развлечемся немного. Мне нравятся твои маневры. Скажи, чем ты удивишь меня на этот раз? Я столько всего могу тебе показать. Давай. Все верно. На деле это было гораздо лучше, чем на словах. Видишь? Вот и все. Мы закончили все свои дела. Зачем же прощаться? Оставайся со мной. Ты мне очень помог. А еще я не прочь уехать отсюда. Ясно. А как же твой отец? Ему гораздо лучше благодаря тебе. Ты не боишься, что его будут преследовать? Я расскажу все, что ты выяснил, тем, кому доверяю. Его не тронут, побоятся огласки. Добро пожаловать в команду.